очень яркая, светлая девочка, и я последние несколько дней вот замечал тот момент, что у тебя появилась какая-то дополнительная радость и позитив на проекте. Ты вот знаешь, как можно определить счастливого человека от несчастного, да? Счастливый человек, он всегда все делает на подъеме, на эмоциях. Вот ты ходила, ты не ходила, ты летала, ты светилась, и я немножко предполагал, что ты сошла с тем молодым человеком, мой старайщик, который живет у тебя. И мы с тобой разговаривали на эту тему, то, что он... И вот эти слова, то, что он идеальный, ты поняла, глядя на наших мужчин, да, здесь... Да, это было несложно. Со своими проблемами сложными, да. Наверное, Мондезир сыграл тоже большую роль до этого. Я желаю тебе счастья, да будем общаться, и, ну, ты большой молодец, и светлая, и всегда, никогда больше не носи лифчик. Блин, на самом деле самое страшное, когда уходят хорошие люди. Вот здесь у меня.